Новости. Октябрьскому району исполнилось 56. Торжественное событие собрало у входа в местную администрацию всех, кто хотел разделить этот праздник. Среди присутствующих жители Октябрьского района, руководители предприятий, расположенных в старейшей части города, представители духовенства, казаки. Празднование дня рождения начали утром в соборе Казанской иконы Божией Матери. Район не стоит на месте, район развивается. У нас появляются новые традиции, традиции, подсказанные старшим поколением. Сегодняшний день был с праздничного молебна, с обращения к Богу. Владыка благословил жителей Октябрьского района, администрацию Октябрьского района и меня, конечно, на благие дела, на добрые поступки. В районе, с которого начинался Ставрополь, всегда гордились своими местными жителями и ценили их вклад в развитие района. Эту добрую традицию соблюдают по сей день. Главным моментом торжественной части стало открытие обновленной доски почета и вручение выдающимся жителям и отличившимся руководителям предприятий почетных грамот. Район – это душа города. Район – это, можно сказать, и сердце города. Я хотел бы душе и сердцу, и всем тем, кто живет в этом районе, пожелать здоровья, благополучия. Самого наилучшего. С праздником вас, дорогие друзья. Празднование 56-й годовщины Октябрьского района стало еще одним рубежом, означающим приближение большого всеобщего праздника – Дня города и Ставропольского края. Гуляния пройдут в предпоследнюю субботу сентября, 22-го числа. Жители и гости будут ждать музыкальные номера артистов из самых разных уголков России, театрализованные выступления уличных актеров, выставки художников и многое другое. По традиции, все завершится торжественным концертом и большим праздничным салютом. Тамара Годомская, Анастасия Романова и Никита Чуб, АТВ Ставрополь.